with the Jackie Chan. Ah, three sweet swash swash. I hit with the yes I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Three sweet swash swash. I hit you with the Jackie Chan. Ring 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 to the motherland. Go up and we never land. Cash on me, call me beat up on. Got plans on deck. Don't play now when you read that text. You don't need your ex. Just touch down, I don't need no rest. Ooh, tryna slice it. Day night at the new. Took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right, I might it. Cool up, cool up, cool up, cool up. Ease up, ease up, ease up, ease up. Hit me with the Jackie Chan. Ah, three sweet swash swash. I hit with the yes I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Ah, three sweet swash swash. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no do romance. Doctor Chai. Oh yeah, oh yeah. Pick up that. When you put in that motion. If you push it, my way. Gonna make me catch an emotion. Ay. Boy, you gotta move like that. You know you gotta bring that back. I love it when you talk like that. Swish, swish, swash, swash. Think I made my match. Ooh, tryna slice it. Day night at the you. Took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Cool up, cool up, cool up. Ease up, ease up, ease up. Hit me with the Jackie Chan. Ah, three sweet swash swash. I hit with the yes I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Ah, three sweet swash swash. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no do romance. Итак, футбол снова с нами, и это прекрасно. Мы ждем свистка к началу острой сюжетной дуэли Ливерпуль против Манчестер Сити. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой Константином Геничем в предвкушении отличного футбола. Привет, Георгий! Мы сегодня с коллегой Черданцевым замечательно прогулялись по Ливерпулю. Город прекрасный, стадион великолепный. Ну и ждем мы сегодня действительно хорошего матча. Сегодня Ливерпуль встречается с Манчестер Сити. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. И вот Ливерпуль. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Ливерпуль начинает первый тайм.
соперника. Алессандро Флоренци. Томас. Жезус. Бернардо Сильва. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Со второго этажа прямиком в аут отправляется мяч. Люка Динь. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли посмотрит. Погба. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Отличный момент есть! Какое шикарное спасение! Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок, и взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Люка Динь. Мяч за боковой введут футболисты Ливерпуля. Поль Погба. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Не можем мы оставить без упоминания Лероя Сане. Но обычно он очень здорово управляется с мячом и может один раскатать всю оборону соперника. Жезус! Да ну, это совсем не понравилось. Вирджил ван Дейк. Делле Алли. Гонсало Гедеш. Мбаппе. Коман! Есть гол! Супер! Забивают и выходят они вперед. Страшные силы атак у них в этом сезоне. Лучшие показатели по нападению в лиге у них. Что-то подсказывает, что это не последний гол, который мы сегодня увидели. Почти справился вратарь, дотянулся до мяча, но не смог парировать этот удар. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Матео Ковачич. Жезус. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Защита первая на мяче. Вынос. Гонсало Гедеш. Кингсли Коман. Мбаппе. Защитник не дает разбить атаку, перехватывает передачу. Матео Ковачич. Угловой удар в пользу Манчестер Сити. И разыграть решили угловой. Так, еще одно стандартное положение. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Вот это борьба. Он едва не оказался на газоне, но все же смог устоять на ногах. Погба. Погба с мячом, но соперник его накрывает. И это пас вратарю. Перестарался немного игрок.
Хорошо мяч перехватили в атаке. Грубый отбор. За это желтое может быть. Желтую выписывает арбитр игроку Ливерпуля. Можно было сыграть аккуратнее в этой ситуации. По-моему, арбитр прав. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Деликт. Дели Алли. Гонсало Гедеш. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Мбаппе. Матео Ковач. Тоби Алдервейрен. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Джошуа Кимми. Вирджил ван Дейк. Робертсон. Деликт. Катают мяч игроки выигрывающей команды. Никуда они не торопятся. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал: нам такой хоккей не нужен. Ну, в данном случае речь о футболе. Робертсон. Дели Алли. Деликт. Мяч у Дели Алли. Мяч перешел к другой команде. Томас. Матео Ковачич. Мяч вперед идет к чужим воротам. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Мбаппе. Тоби Алдервейрен. Люка Ди. Де Брюйне. Дели Алли. Опасно! Мбаппе! Да что ты будешь делать? Еще один они забивают, и теперь очень сложно отыграться будет. Впереди на два гола выходит. Да, когда играешь против лучшей атаки в лиге, нужно быть готовым к такому повороту событий. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, это действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Бернардо Сильва. Матео Ковачич. Кевин Де Брюйн. Дели Алли прерывает передачу соперника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Алессандро Флоренцо. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но супер момент у него! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. И снова точно партнера отдает он мяч. Матео Ковачич. Томас. Ковачич! Далеко от ворот проходит мяч. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. В
Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Лерой Сане. Потерял он мяч, но кому он достанется? Поль Погба. Кингсли Коман. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. И это гол! Болельщики Ливерпуля празднуют. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Первый тайм еще не окончен, а судьба матча уже решена, как в 2014 году в полуфинале Бразилия-Германия. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Атакующая комбинация Ливерпуля. Ну что же, часто говорят, что счет 3-0 к перерыву свидетельствует о том, что игра завершена. Но придется еще играть целый тайм. Первый тайм он провел просто замечательно. Команда пока выигрывает, на его счету 2 забитых мяча, он близок к хет-трику, ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Ливерпуль начинает первый тайм. Мбаппе. Есть гол! Супер! Забивают и выходят они вперед. Страшная сила атак у них в этом сезоне. Лучшие показатели по нападению в лиге. Матео Ковачич. Угловой удар в пользу Манчестер Сити. Грубый отбор. За это желтое может быть. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное. Но в футболе все. Мяч у Дели Алли. Погба. Мбаппе. Мяч потерян. Вперед идет атака. Интересно может быть. Останавливает оборона эту атаку. Бернардо Сильва. Матео Ковачич. Надо забивать! Голкипер на высоте. Нелегко было справиться с таким ударом. Скоро подача. Штрафной будет с углового. На коротке решили разыграть угловой. И открывается партнер под атаку. Ковачич! Значительно выше мяч пролетел. Деликт. Тут его прижимают, не дают пространства. Лапорт. Де Брюйне. Люка Динь. Томас. Поль Погба. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться.
Тут может быть опасно. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Поль Погба. Мбаппе. Друзья, вы поворотом-то бить. Роналду. И пробил игрок. Опасно! Гол! Такой мощный, резкий удар с близкого расстояния. Вратарь еле увернулся. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Бернардо Сильва. Де Брюйне. Леруа Сане. Простреливает. Блокирует удар игрок. Мбаппе. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там, в свободной зоне. Защитник отводит угрозу от своих ворот уверенным выносом мяча. Не в первый раз уже сегодня, кстати. Опасно! Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Потери и у соперников. Деликт. Поль Погба. В офсайде оказалось, кажется. Замену проводит Манчестер Сити. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Поль Погба. Мбаппе. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Великолепный гол. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Матео Ковачич. Де Брюйне. Леруа Сане. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Матео Ковачич. Жезус. Лерой Сане. Габриэль Жезус. Жезус. Ждем подачу от углового флага. В составе Сити намечается замена. Мяч летит в центр штрафной. И забирает эту подачу вратарь. Де Брюйне! Мбаппе. Кингсли Коман. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Опасно может быть, в штрафной есть на кого подать. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Великолепный удар. Но и вратарь ведь не просто так зарплату получил. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок. Но и вратарь в порядке. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. И разыграть решили угловой. Будет штрафную подавать. Деликт. Сколько уже таких выносов он сделал, кто-нибудь считал? И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Это пас в аут. Замену проводит Манчестер Сити. Вирджил Ван Дейк. И в счете в игре перевес большой. Ждем финальный свисток, чтобы это зафиксировать. Пошли последние 10 минут игры. Кома. Пасло. Огба! Очень неточно. Кевин Де Брюйне. Милик. Матео Ковачич. Кевин Де Брюйне. Рахим Стерлинг. Де Брюйне. Матео Ковачич. Сане! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хорошо мяч перехватили в атаке. Ну что, 5 минут осталось. Кевин Де Брюйне. Эмерик Ляпорт. Де Брюйне. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Вряд ли можно в данной ситуации винить нарушение и штрафной удар. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Судья позволяет продолжить атаку. И у соперника теперь мяч. Милик. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Хороший по задумке пас. Великолепно исполненный пас в разрез. Хорошо увидел партнера впереди. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Прекрасный гол! Забит еще один гол, и он уже отправлен в ворота в компенсированное время. Вот вратарю сейчас вообще не позавидуешь. Спас ведь в первый раз команда. Да, но первый удар-то был просто шикарным. И тут технически вратарю сложно было как-то мяч удержать. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Рахим Стерлинг. Хет-трик заказывали. Получите, распишитесь. Это Роналду. Но кто же еще любит так много забивать?
Мбаппе. Момент у поля Погба. Угловой готовится, а не подать. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче. Вынос. Отправляет судья команды в раздевалке. В последний раз раздался его свисток сегодня. Матч завершен. И поздравляем Ливерпуль с победой в нем. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось. Просто какой-то невероятный, фантастический матч он сегодня провел. Голевая машина. Шикарная игра. Тут больше нечего сказать.